сюда идите. По-перше. По-перше. Будь ласка, документы, вийти сюди. Я не буду виходити. Ви будете? Ні. З якої статі я буду виходити? На мою вимогу. Чого я обязан? Ви зобов'язані бути. Відкрите правила дорожнього руху і почитайте. На вимогу інспектора. По-перше, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. По-перше. На підставі я громадянин України. Серйозно? Я не знаю, що ви громадянин. А я вам скажу потім. Я так не потім. Ви спочатку покажіть. Ви знаходитесь на роботі. Серйозно? З моїх налогів. На роботі, я не понял. Я на роботі. Вийшли з машини, сказав, включіть транспортне світло. Чого? Я взяв таку таможню. Чого я буду виходити? В смысле чого? Чого я буду виходити? Тому що я вам об этом говорю. А чому я обязан виходити? Тому що без сказання относительно вас. Значит, мы... состояние на хуй. Давайте двух свидетелей. На основании чего? Ну, если у вас есть подозрение. Да. Да. Давайте двух свидетелей. Ну, открывайте купаты, читайте. На основании хорошо. Чего надо двух свидетелей? Я не против. Серьезно? Конечно, если у вас есть подозрение. Да. Вы обязаны. Я выйду, конечно, когда будет два свидетеля. Сейчас выйдете, я на вас посмотрю, а потом буду принимать решение. Понятно? Так а что на меня смотреть? Что? В смысле? Ну вот смотрите, зачем мне выходить? Вам охота пообщаться? Мне неохота общаться. Нет, мы сейчас продолжим с вами общение. Я это безусловно. Я вам там продолжим. Безусловно. Все. Можем сейчас прям ехать. Сейчас нет. Поедем к моей машине. Так, а мою кто будет охранять там машину? Там меня не волнует. Ну, тогда не волнует, не волнует. Не хорошо. Волнует. Добро. Я ж не против. Серьезно? Да. Документы ваши. Я сейчас попросил. Вы на основании чего находитесь сейчас за рулем транспортного средства? На основании того, что у меня есть технические талоны на транспортное средство и водительского посвящения. Так? Так. Хорошо, согласно пункту 2, запобязанной так у вас же есть ДИ. Подивися на его посвящение. Я вам скажу фамилию. Не подивися, это бедный род. Я говорю, подивися. Подивися. О, подивися. Я вам так и казав. Не то Библі! Я вам так, і казав, ви чуєте? Я кажу. Подивись відеозапис, як ти я вам покажу, звісно. Звісно, покажеш. Ти в Ютубі покажеш, подивимося. Та ні, в Ютубі то таке, Ютубі. Документи, будь ласка. Пред'являємо ваші документи. На основі чого, скажіть, будь ласка. На підставі порушити право дорожнього руху. Ви зараз не будете за кермом транспортного добре, засобу. Добре, добре. Транспортний засіб. Добре. Засобу підвищення. Добре. Нормально, тримайте, щоб я не прочитаю. Таратунин, на цю волну ти справа. Так. Дата рождения. 27.12.77. Так что, Владимир, 27.12, да? Да. Чувство не дел. А? Поступайте по закону. Поступайте по закону. Кто научил тебя так общаться? Как мне общаться? Вот так. Как вот так? Вот так ну как ты как? А что я грубо? Что я грубого сказал? Грубого? Да. Как минимум твой ответ раз. Во-вторых, а чего я тут стою? А кто ты такой? Я такое тебе... говорил. Вот так. Уважаемый. Уважаемый, все записано. Я не буду выходить. Что-то что за что? Конечно, не буду. А зачем мне? А зачем мне выходить? Объясни. Я требую, чтобы ты вышел. Я хочу посмотреть на твои трезвые глаза. Так вот. Я обязан. Нет, это мне это не вариант. Как не вариант? Вот так. Так а что меняет? Слушай, если ты не понимаешь этого, это не означает, что ты имеешь право меня сейчас здесь задерживать. Я вас не задерживаю абсолютно. Задерживаешь? Я себя. Я вас абсолютно. Я тебе не дам никакую таможню, ты сейчас туда не поедешь. Ну не дадите, значит не дадите. Это ж такое серьезно? Дело. А что да. Ты так похуел, чтобы только что общался? Я говорю, можно посмотреть ваше удостоверение? Вы мое посмотрели, можно ваше посмотреть? Конечно, можно. Да, будь ласка. Телефон спрятать? Я на телефон снимать не буду. Нет, я чтобы не забыть, я запишу словес. Можешь взять листочек и записать. Объектив закроем все. Объектив закрываю. Пожалуйста. Бучковский Алексей Алексеевич. Видно, так можно да. Ближе трогать? Что не видно?
18.09.22. ДППП 0-0-57-35. Да. Добрый. Номер шпона 12-28. Спасибо. Еще что надо? Все, больше ничего не надо. Продолжим беседу? Продолжим. В райотделе? Так скажет. А? Так уже в райотдел поехал, потому что ты ему попустил. Как скажет. Я не против. Вы же понимаете, я не против. Если вы считаете, что надо ехать в райотдел, поехали в райотдел. Да я вообще считаю, что тебе надо научить общаться с людьми. Научитесь. Серьезно. Научитесь. В смысле научить? Ну научите. Что ты так общаешься? А как мне надо общаться? На нормально, колени. По-человечески. Я по-человечески общаюсь. Какой? Мне на колени упасть надо или так? Так мне надо, чтобы поднять себе твои колени. Так что мне надо сделать? Выйди сюда ко мне и поговори со мной нормально, по-пацански. Сейчас вирус. А сидишь, сейчас вирус, понимаете, уважаемый? А? Сейчас вирус, понимаете? Поднялась маска. Маска моя вот. Вирус тебе кто-то. Маска моя вот. А что она не она такая? Не защищает, если вы в курсе дела. Если вы не в курсе дела, сегодняшняя карантина. Вчера так. Если не с этим, все обязаны находиться в маске. Но я ехал в машине один, я не обязан находиться в маске. Сейчас вы общаетесь с нами. Я не знаю, вы, есть у вас что-то, нет у вас. Ну вот же тоже без маски что-то. Человек. Все, нет у меня что-то. Я в маске. Это и моя защита, и ваша защита. Я же говорю, вот человек без маски со мной общался хочу. Ну, вы же поймите, на видео есть, как он со мной без маски общался. Все равно, это видео себе. Я сейчас телефон этот заберу, я тебе отвечаю, разобью прямо здесь. Ну, конечно. Ты так гумарил. Ты так похуешь общаешься, что за третья полоса. Самое обычное. Я ехал по второй полосе. Открываешь пункт 24. Я ехал по второй полосе. Вот и я, транспортный заспит. Бищу, трёх с половиной. Я ж не против, покажите видеодоказ. Я ж не против. На Египет ставите, кто такие себе пишут отказы. Вот суд, если потребуют, то не предъявлю. Разумею? Добро, добро. Читаем почту листа. Как это листа, да? Давайте постановление. Постановление давайте. Поднимайте вы его, кто вы